Минуло 29 лет после худжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды с участием дислоцированного в Ханкенде 366-го полка Советской армии сравняли город Худжалы с землей. В результате очередной массовой резни, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, погибло 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 все еще неизвестна. В результате этого акта геноцида полностью уничтожено 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 же одного родителя. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память жертв худжалинского геноцида. Худжалинская трагедия – кровавая страница политики геноцида и этнической чистки, проводимой агрессивными армянскими националистами против нашего народа. Азербайджанское государство за прошедшие годы осуществляло последовательную деятельность для доведения до мировой общественности правды о преступлениях, совершенных армянскими националистами против нашего народа, в том числе реалии худжалинской трагедии и для признания его геноцидом. По сегодняшний день более 10 стран и Организация исламского сотрудничества признали эту трагедию геноцидом. Хотя враг, совершая худжалинский геноцид, и преследовал цель насильственно захватить наши земли, эта страшная трагедия еще больше укрепила наш народ и мобилизовала героических сынов на решительную и сплоченную борьбу за родину и национальную государственность. Прошли годы. Сыновья независимости в ходе Отечественной войны 2020 года, освободив земли, 30 лет находившиеся под оккупацией, создали новую реальность. Железный кулак одержал победу. В 44-дневной битве наша славная армия, показавшая исключительные примеры героизма под руководством Верховного Главнокомандующего, отомстила и за Худжалы. Кровь наших шахидов не осталась неотомщенной. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Отныне Родина цела. Так народ, сплотившись вокруг своего руководителя, словно кулак, добился исторических целей.